Ну, по-прежнему Тафа в студии StarLadder TV, и мы продолжаем смотреть матчи сегодняшнего дня, Bloodline Champions. В общем, Flux и Bring It On сейчас появится у нас. Давайте глянем на таблицу еще разочек и посмотрим, где же у нас эти команды. Ну, вы видите, Flux 6-8, мы о них уже говорили. Я говорил, что эти ребята могут еще побороться за топ-4, у них есть там игры в запасе. Если они выиграют вот сейчас 2 игры подряд, то все у них будет хорошо по табличке. А вот смотрите, где у нас находятся их соперники. Их соперники из команды Bring. Ну, такая, знаете, довольно интересная будет игра. Bring — чемпионы Техлабс Кап, первого лана в СНГ. В принципе, вот команда тоже плотная. И вот уже Инсолон в своем составе, я думаю, если будут напрягаться, то могут побороться. Вот, и они, и PTL. Две команды, у которых есть шанс еще из России. Push the Limit и Bring It On. Ну и как бы, в принципе, на самом-то деле, сейчас очень важная игра. Если флюксы побеждают в этом матче, они выходят сразу же на 6-ю строчку, поднимаются с 8-й на 6-ю. И, ну, пока еще не обходят команду Bring It On, но уже через тур могут обойти и Bring It On, и уже выйти на 5-ю строчку, а то туда смотри, там еще и выше поднимутся. Ну, в общем, увидим сейчас все своими глазами. Давайте начинать эту встречу. У нас уже пошел пик. Я уже, друзья, сейчас выставлю команды, так, свапнем их местами. Bring It On с левой стороны, Flux с правой. Bring It On, соответственно, красные, Flux будут синими. Буба Чопа и Пейн Киллар. Видели мы этих ребят. Пока что двоякое впечатление о команде. Вроде бы и сильные, это такие неплохие ребята, но не самые лучшие. И вот сейчас, кстати, тоже такое довольно принципиальное, как для меня, встреча. Вот Bring It On против Flux. И вот, знаете, я считаю, что Bring It On, они посильнее, они должны побеждать. Вот. Ну, о чем нам и говорит сервер, конечно. 99% на победу Bring It On, учитывая просто бешеный ранг, ребят. Ну, а Флюкс все-таки не настолько стабильный, как хотелось бы, наверное, мне. Это ладдер европейцев первый сезон точно. Ну, да. Пока ты слепец не соберешься, вообще никто не соберется. Панда, вот тебя спрашивают. Мы отдохнуть дадим. Но межсезонье будет небольшое, ребят. Оно там порядка 2-3 недель обычно. Бывает и покороче межсезонье. Непонятно, как будет в этот раз, но опять же на сайте StarLadder TV мы, конечно же, обо всем вам расскажем. Ну все, поехали. Наверное, можно пока пустить бегущую строчку. Flux против ребят из команды Bring. Начало матча. Ну, давайте 20:10 уже напишу, хотя матч уже начался, и вот немножечко дополнительной информации. Все матчи, которые сегодня будут, также есть бегущие строчки, также ссылка на наше приложение ВКонтакте. Ну что, поехали. Чоп, Буба, Painkiller не меняют ничего в своем пике. Поджигатель, лодочник, предсказатель и, конечно же, ранит убийца. Чоп с правой стороны. Ну, слева, кстати, там все, в принципе, тоже правильно. Пампа. Спирмастер, мастер копья. И, конечно же, поджигатель Инсоланс, который вот в предыдущем матче был в роли замены. Ну, видимо, там соперники пошли навстречу. Ну что же, начинается бой, друзья. Итак, первый раунд. Corrupted, конечно же, пойдет сейчас бой с самой первой секунды. И посмотрите, какой плотный бой начинается с вот просто со старта. Обе команды бросаются друг на друга. Но в итоге мы видим, что российская команда вроде бы запушила флюксов. Но Инсоланс красный. Иронит, не увлетает. ТП-шится Инсоланс из замеса. Бубу-бубу. Разрывают. Corrupted вместе с Палеотивом. Палеотив подходит. Painkiller. Есть минус от Инсоланса. Подловил краснючего вражеского поджигателя. И раздал. Раздал ему. Ну, красава. Хорош, забрали второго, минус Чоп, минус Буба, вообще просто разнос от Bring It On. И, конечно же, друзья, это 1-0 в этом матче. Ну, что-что-что, полетит бог хила, 149-0, хила 4000, ну, и дамаги 3,5, ну, ладно, соглашусь с тобой, панда. Полетит, хорош полетит. Да, вот в полном составе вообще, точнее, Солнце приятно видеть с его вот тиммейтами, с Палеотивом и Corrupted. Вот с ними он уже,
Он уже совершенно другой Insolence, не тот, что был на предыдущей карте. Это уже просто маньяк и самый страшный, один из самых страшных поджигателей на русском сервере. Итак, смотрим, Чоп встает замес, дает ему жало, уходит, потому что ему так навешали, туда и вулканы полетели. Ух ты, кто-то притянул, что ли, не показалось? Insolence, походу, да, Insolence балуется камнем бездны иногда, вот, и вот иногда он может очень неплохо жахнуть. Вот сейчас у него ульта есть, посмотрим. Опа, в Бубу влетает, Буба ультует, успел куда-то плюнуть свою ульту. Красный Чоп, вдогонку Insolence, за ним полетели все корабли, спирмастер, жало от Чопа, и ульта от Ранида вдвоих прям прилетела. Но это была посмертная ульта Чопа, потому что сразу же ему дали поддых в нос, там, по голове, чем угодно, огнем ошарашили, молниями. Ну и, в общем, разобрали очень быстро. Ну все, пейнкиллер уже стоит. И спокойненько пока что ребята из Bring It On, вот оправдывают мои ожидания, выигрывают в этом матче. Нет, они молодцы, они молодцы. Очень бы хотелось бы, чтобы вот кто-то... А лучше две команды, Bring It On и Push The Limit, добрались до лана. И тут 2 на 2 схлестнулись с европейскими командами. Так, у нас смена хоста. Угу. Ага. Теряются пакеты, какие-то проблемы, надо поменять хоста. Окей. Окей, смотрим. Так, что нам тут пишут? Тут, ну, тут просто слушать, не наслушаться. Как всегда, новость. Спасибо. Что тут? Слепец болеет за Брингов. Хочу именно их видеть в финале. Слепец, приезжай вообще на финал. С тобой покомментируем финал. Чего уж там? Приезжай к нам. Там, что за наушники на тебе? А, это Beer Dynamics модель. Она не под компьютер, друзья. Она под пульты звуковые. Здесь XLR такой вход. Он немножко вот в компьютер его можно, в принципе, засунуть. Но это нам надо немножко поломать голову. Он такой для телетрансляции, для комментаторов. Мы такие себе заказали. Вот когда я увидел на футбольном комментаторе английской лиги Джон Чемпиона. Выйти, да? Ок, выхожу. В общем, нормальные ушки такие. Но чисто для комментирования. Играть в них вам... Ну, в принципе, можно, но они такие. Не для этого рассчитаны. Здесь вся, весь упор на микрофон. Tough Go 1 на 1 на SF-ах миди. Да? Ага. Go 1 на 1 на дасте на миди. Не в ту игру меня в дуэльку зовешь, дружище. Не в ту игру. У меня руки вот по статусу мне не позволяют. Видите, криво ручка в правом нижнем углу написано. Не просто ж так Тафа себя так критикует, а потому что это правда. Так, ну что ж, все зашли, готовы. Панда, а уточни, с какого счета? 2-0. Ну, я думаю, мало ли, может быть, лагало, там пошли навстречу. Эти ж такие бринги непонятные вообще. Отличный чат вообще, оценил. Вилату не показываем. Так, кто последний? Ну, понятно, изменений не будет. Будь здоров. Изменений не будет, и все будет хорошо. Чоп, 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 чоп. Ну что-то пока что Чоп не такой страшный, как он был в начале лиги. И здесь ребята убирают Чопа пока что совершенно спокойно. Это классно вообще. Я думаю, мы все довольны тем, что эта тройка сейчас хорошо так разбирает своих соперников из Flux. Я думаю, и, конечно же, Слепец может порадоваться по таблице, и его пока что не обойдут Флюксы, поэтому смотрим. Но это будет, если так все будет, как и начиналось в первых двух раундах. Так, 2-0 на первой карте. Напомню, вот поменяли хоста, и продолжается счет 2-0 в пользу команды Bring It On. К сожалению, на табло вы это уже не увидите сейчас, но ничего страшного. Мы все видели, мы все помним. Так, пошел бой, друзья. Давайте смотреть уже, как тут обстоят дела. Учеба, может быть, он еще включится. Центр за Bring It On. Ну, Караптуда уже полжизни выбили. Палеотив в ульте выхиливает Караптуда. Небольшой вулкан в Караптуда пошел. И Палеотива, это Painkiller, пытается всех поднапрячь. Пришел Insolence, отпугнул еще своего оппонента. Чоп в замесе все это время. Ой-ой-ой, как ему вошло. Ульта не долетела. Как повезло Чопу сейчас. И сейчас могут еще и слить Insolence. Вот одна неудачная ульта иногда может многое решить. Как...
Скараб туда сняли. Ё-моё, ну вот это да. Вот вы видите, да, как все бывает. Но все равно интересный бой. Вот интерес, интересный раунд. Вот маленькая ошибочка. Буквально там где-то на сантиметр на мониторе, да, не долетел Инсолун своей ультой, не добил красного. После этого вот он получил сразу же с того места, там с трудом эскейпнулся. Но потом, конечно, его быстренько оформили. Обидно, а так бы было бы уже 3-0. Просто вот чуть-чуть промазал Инсолун, я считаю. Но ничего страшного. 2-1, 2-1, друзья. А, да, поменялись ребята местами, извините. Теперь у нас менял титры. Вот так вот будет получше. Слева команда Flux, справа команда Бритбитон. Ну и 2-1. 2-1 за синими. Паллиатив. Так, есть ульта. Смотрим, когда будет применять. Так, поменялся с чеком местами. Караб тут пошел напрягать своих соперников. Довольно неплохо. Вообще посмотрим, как работает связка. Так, страшные штуки. Оп, ульта. Оп, оп, чоп, чоп, оп, чоп. Буба красный, чоп красный. Надо работать. Да, поработали хорошо. Минус один, минус два. Вот это красавцы. Вот сейчас Инсолунс исправился вообще. Корабль в бухту. Привет, медведь. Ну и все такое. Конечно же, Буба там в этом углу не смог уже никуда на своей лодке деваться. Паллиатив лучше в раунде. Буба второй. Два хила мы видим сверху. По дэмэджу у нас Инсолунс разобрался сейчас, конечно. Кроваво разобрался над своими оппонентами. 3-1 на первой карте. Команда под названием Bring It On пока что вот европейскую эту тройку неплохо пока что ломает. Но еще посмотрим, что будет на второй карте. И рано хоронить вообще любую команду из Европы. Эти ребята не сдаются в Bloodline и очень круто борются на арене. Но мы видим пока что агрессивно действует Чоп. Да, обе команды довольно агрессивны, но по холдсам сейчас особо, кроме Чопа, никого не накоцали. Но Чоп, у него такой герой, ему постоянно приходится быть в ближнем бою, напрягать, так ходить сбоку, сзади. Конечно, в лоб ему атаковать нельзя, но покусывать, грызть и врываться в нужный момент. Нужна ульта от Пейнкиллера, пошла сейчас, но пока что все спокойно в этой драке. Ульта от Инсолунса, Буба красный, зеркало поставил, криво зеркало поставил, получил по шапке. Караб тут красный, но его могут сейчас спасти, походу сейвят. Ну, походу, да, засейвили Карапту, да вообще красавцы. Он на F1 выхиливается в углу. Инсолунс, Паллиатив дерутся 2 на 2. Сейчас чуть-чуть подхилится Карапту. Сейчас придет Паллиатив. Ульта от Инсолунса. Нет, это их способность была. Извините, перепутал. Ну, дальше все четко. Минус 2, минус 3. 4-1. Какие ребята эти бодрые, да, у нас сейчас? Бринги. Бринги вообще бодрые ребята. Прям аж вообще молодцы. Глаз не нарадуется никак на них смотреть. Вот. Еще посмотрим, конечно, на БЦАшку, как он будет действовать в последних играх. У него очень непростой календарь. Последние 5 туров мы помним у него такие европейские. Бум. Одну секунду, друзья. Пандыч? Снова проблемы? Не знаю, говорят, что лагает, ребята говорят, что... У всех 2.10 потери пакетов. А есть Вика. Она нам ничего не подскажет. Ух ты, плохо, друзья. Вот что-то сегодня с серверами какие-то магнитные бури. Вчера вот в танках, допустим... Вчера в танках вообще там сервера там часа 3 вечером не работали. Я не мог никуда зайти, допустим. Какая-то штука была. Вы вчера все матчи принесли, да? Вот так вот мне тут став World of Tanks говорит, что вчера все матчи с танков пришлось принести. Да, сегодня вот у нас тоже что-то с серверами-то... странно. Так. Что тут за хуливар вообще у слепца начался? Ясно, потом почитаем. Так. Да, есть какие-то лаги, и пока что не хватает одного игрока команды Bring It On.
Непонятно, что непонятно мне. Непонятно, что по ходу счета 4-1, да? 4-1 на первой карте. У нас вот вошли первые проблемы. Ну, если это будет продолжаться, друзья, как бы не было вообще вариантов, что у нас может и перенестись все. Но надеюсь, что сейчас пока все хорошо, потому что вот просто поменять там, пересоздать сервак, это лишние там 10-15 минут уже второй раз, когда такое или третий будет происходить. Ну и самое, конечно, самое главное, это то, что это создает дискомфорт игрокам. А в Star серии вот таких вещей не должно быть дискомфортно. Все матчи должны проходить на высшем уровне, на лучшем пинге, вообще по лучшим кабелям интернета. И тут должна быть какая-нибудь фразочка жесткая, но нельзя, не тот эфир. Так. Не, что пишет Painkiller? No, not packet lost, server jumps. Maybe, but everything is in slow motion for me, пишет Боба, что у него все на slow motion. Insolence пишет, да, что то же самое. О, Пандыч. Где-то у меня здесь, вот он. Пригласил. Ну, не вы не переживайте, я думаю, мы сейчас, возможно, продолжим эту игру. Сейчас тут панда ворвется и все нарешает. Просто судья StarLadder TV. Супер вообще. А что у тебя за аватарка такая? Кто это у тебя на аватаре? Там какие-то два глаза какие-то. Хранитель рун? Да нет, это какой-то упырь. Ну что, ждем, друзья, ждем. Вы не переживайте. Я пока что вот общаюсь с пандой и узнаю, что будет дальше. Он общается с командами. Так, 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 так. Читаю ваши сообщения везде. На StarLadder можете оставлять комментарии. Но я уже просто забил уже это говорить, потому что БЛЦшники такие БЛЦшники просто. Дальше игры нос они суют. Заходите на официальный сайт турнира BLC StarLadder TV. Там идет и Аматрика, там будет и Семи Про в следующем сезоне. Будь здоров, будь здоров. В общем, там все будет, друзья. Все там будет. Ну вот Буба пишет, что я даже не могу прервать заклинание. Вот, вот пока что вот такая война. Ну вот Инсолнс пишет, что такая же фигня, когда я нажимаю вулкан. Потом меняю позицию моего курсора. А что потом он солнце? И вулкан. Ага, кастуется во вторую позицию. Да, и все это из-за потери пакетов. Ух тышка. Эх, за что я люблю интернет? Опс. Ну, ждем сейчас подробностей с места событий. Вы пока еще никуда не уходите с места событий, с интернета. А я сейчас буду общаться с пандой. Он мне сейчас скажет. Так, ну вот уже начинаются. Игроки заходят и выходят. Выходят, заходят, уходят, заходят. Непонятно все. Конечно, печаль. Печаль печальная, когда вот уже вот такое происходит, когда лагают сервера, это, конечно, ну, я даже не знаю, чтобы даже посоветовать панде. Понятное дело, ситуация нестандартная. Здесь, как бы, с одной стороны, учитывая обстоятельства, нужно переносить игры, но с другой стороны, сейчас же все может быстренько разрулиться, и чтобы мы теряли день трансляции целый, не теряли день по графику, поэтому хотелось бы, конечно, и сегодня все доиграть. Поэтому ждем результатов, ждем решения панды, ждем решения команд, что, к чему они сейчас все вообще подведут эту ситуацию. Ну, непонятно, что будет с командами, которые будут играть дальше. Будет ли вот такая ситуация, либо не будет. Так, что пишут на нашем канале, где наш холивар чат? На DreamHack стоят LAN-сервера, на StarLadder в Киеве будет так же или нет? Но это нужно зависеть уже спрашивать у Иновы и какая у них лицензия. Мне очень интересно на игру Bloodline Champions. То есть
Вероятно это или не... Возможно это или нет, слепец, я не знаю. Так, выйти с сервера. Да, выхожу. Потому что вот... Там все зависит от лицензии и вообще от того, что есть у компании. Как она работает над игрой. Есть много нюансов. Ну что ж, пересоздали сервак, походу будем продолжать. Так, в тебя просят канал посмотреть StarLadder TV. Где? Где посмотреть канал? Где что? Где что смотреть? Не увидят то. Сообщение, наверное, Insolence. Я просто не понял. Плеер посмотреть, там, Twitch ссылку, посмотреть ссылку на StarLadder TV, посмотреть чат в группе ВКонтакте, то есть, вот. Непонятно. Непонятно, что от меня-то хотят ребята. В канале что-то слепец хочет. В каком канале? Слепец, что ты хочешь, слепец? Непонятненько. Привет, Афа, я так давно тебя не видел, как дела? Привет, слепец, я тебя никогда не видел, дела отлично. Все офигенно, все огонь. Так. Я про Лан спрашивал, вот туда и звал. Ага, все, сори. Ну все, все, какая-то паника. Где бой вообще? Начинается бой. Мне нужен бой, друзья. Мне нужен жесткий кровавый бой. Ну, а, ребят, у кого там на стриме вдруг нет картинки, используйте 720p+, тогда у вас все будет вообще, я не знаю, что это. У меня никогда вообще, если честно, вот сколько я не смотрел другие стримы, там, наши все StarLadder, там, Каспера, Bloodline, ну, не знаю, вот у меня никогда с каких-нибудь проблем не было, там, у меня всегда отлично все работает вообще, и вот, и когда мне даже пишут, что лагаю, всегда все равно все отлично работает, вот. Непостижим интернет, конечно. Поехали, игра. Ок, ах, вот, АМ, чё? Неважно, кто хост. Даже если с ботами, это проблемы с сервера. А что? Ок, АМОУ. Бринги хотят по-быстрому слить сейчас тут на лагах флюксов. Да, жаждет крови, просто видит, что, ребят, игра не идет. Да нет, я, конечно, шучу. Тут все играют в равных условиях, и у тех лаги. Поэтому все. А, я знаю, друзья, я вообще понял. Сегодня же вышло обновление флешплеера, так что быстренько себе поменяли флешплеер под остальные браузеры и быстренько себе обновили флешплеер под Internet Explorer. Сегодня же вышло обновление флешплеера, что-то я вообще вот завтыкал. Может быть, неправильно обновили, криво обновили. Ребят, а очень важно обновить флешплеер, это просто задача номер один. Да, он там что-то вчера вечером, или вот сегодня с утра вот эта штучка вышла, поэтому... Причем даже, по-моему, два патча. Один вчера, один сегодня выходил, если я не ошибаюсь. Так что посмотрите на всякий случай. Вот, может быть, у вас просто не обновлен флешплеер, и поэтому у вас могут возникать проблемы. Поэтому надо всегда следить за обновлением флешплеера. Это же, черт возьми, все видео в интернете. И понеслась, друзья. У нас начинается... Нет. Тест-раунд. 12-33. Да, у европейцев потери пожестче. Креатива мало, 2, вот тут 0 вообще, вон сон, тут двух потерь тоже побольше. 0, 0, 13, 2, 1, 1, 14, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Ну, ждем, это тест-бой, друзья, тест-файт. Кто не понимает на русский. Смотрим. Ну, есть процент потерь, сейчас уже не 30, сейчас 2%, 1% у всех. Ну, прыгает, да, вот он веселится и скачет. 5 вот у корабля, да, я у тебя быстренько. 7 уже у кого, 13 учеба. Бум-бум-бум-бум-бум. Да, тут, конечно,
Это, конечно, дохлый номер так играть, если честно. Пан, что будем делать? Так у них будет то же самое. Ох. Ну, друзья, те, кто будет смотреть видео в повторе, вы понимаете, что сейчас технические проблемы. Скорее всего, будет две части этого матча. Bring It On, Flux, там парт 1, парт 2. И вот то, что было вот на первой карте, это зайдет в первую часть. А то, что вот будет со счета 4-1, это уже будет во второй части. Вот. Ну что, что ж могу вам сказать? Могу вам сказать, что, наверное, мы сейчас будем брать небольшой перерыв и уже готовить следующую пару. Попробуем сейчас две российских там команды, два там наших СНГ-шных коллектива. Попробуем, посмотрим, что у них будет. Конечно, если проблемы с нагрузкой сервера будут продолжаться, то, скорее всего, сегодняшние матчи Стар-серии вот будут раскиданы на оставшиеся дни. И там у нас вот последняя неделя будет, знаете, такая вот там по 7 и, возможно, и более матчей в день. Но это не страшно, это как бы интереснее, когда много матчей, там, ты смотришь и не отвлекаешься, сразу же пачку игр интересных получаешь, может быть. Но, с другой стороны, верим в то, что сервер расчехлится, и то, что дальше мы будем смотреть все сегодняшние матчи, как и планировалось. 5 игр должно быть сегодня, одну мы уже посмотрели, это идет вторая, друзья, и пока еще, вот я вам ничего даже не могу сказать. Вот мы уйдем на перерыв, я остановлю запись первого кусочка. И через 10 минут вернемся в эфир. А Панда пока вот поузнает, порешит проблему, посмотрит, что с пингом, проверит сервера. Он как настоящий арбитр, знаете, пока не проверит там сетку на поле, там газон, чтобы все, пока все он не проверит, матч не начнется. То же самое вот и в Bloodline. Пока пинг не проверишь, там, посмотришь, как идет игра, там, тоже игра не начнется. В общем, подождем, ждем развития событий. Я пока что покинул сервер этот. Я думаю, ребята на меня особо не обидятся. И ненадолго возьму перерыв, ну, буквально минут на 10. Так что оставайтесь вместе со мной.